Всем здравствуйте! Сегодня хочу поделиться с вами своим любимейшим упражнением для области щечек яблочек. Оно является упражнением фейсбилдингом, немного мною доработанным, совсем чуть-чуть. Вот, поэтому сегодня я с удовольствием вам его подарю. Сама я склонна к мелкоморщинистому типу старения. Я думаю, что если вы видели людей, которые стареют по мелкоморщинистому типу, они, как правило, обладают такими вот очень морщинистыми скулами, щечками, вот именно вот здесь, да, в этой области появляются очень часто морщинки. Так вот, чтобы этого не происходило, данную область, среднюю треть, нужно тонизировать в первую очередь. И когда вам говорят, что фейсбилдинг это плохо, нужен только массаж, не верьте, потому что все должно быть абсолютно в комплексе, в гармонии и в балансе. Меня зовут Орлова Даша, вы находитесь на моем канале, где делюсь своими секретами молодости, красоты и здоровья, и предлагаю начать практику вместе со мной. Она не потребует от вас много времени, внимание и вообще. Итак, первое, что мы сделаем, мы немножечко разомнемся, не сразу же упражнение, а артикуляционная гимнастика. Попробуйте расслабить нижнюю треть, расслабить челюсть, приоткрыть ее и сказать «о», вытягивая уголки губ вперед, «о», «о», и прямо отсюда, и, не «и», да, вот такое вот, а и лишь немного показывая свой верхний ряд зубов, и, о, и, без остановки, с легким мягким переходом, о, и, о, и, о, и, конечно, это можно делать не артикулируя, то есть не сопровождая звуком, о, и, о, и просто со звуком более понятно, если вы находитесь одна совершенно или один, то почему бы и нет. А если вы где-нибудь на работе, то... Самое главное понимать, что вы тянете уголки губ вперед. О, 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 и, о, и, о, и, о, и, о, и, о, и, о, и. Отлично. Ну и, собственно, перейдем к самому упражнению. Думаю, что вы уже, в принципе, почувствовали такой хороший тонус здесь. Что нам нужно? Нам нужно пальчики положить на область примерно под носогубной складкой. Если у вас есть носогубка, то вы, в принципе, поймете. У вас пальчики, они будут как бы немножечко утяжелять работу мышц элеваторов, и в то же время будут немножечко приподнимать данную область, как бы немножечко вас, так, молодя уже, да, на старте. Сначала немножечко улыбнитесь, положите ручки. Очень большая ошибка, вот такая вот, да, выдвинули голову сюда, руки подняли, нет, плечи вниз, голова стоит над грудной клеткой, и мы начинаем улыбаться и снимать улыбку с лица. Улыбаться, снимать улыбку с лица. При этом ручки у вас стоят именно небольшим грузиком, утяжелителем, прям почувствуйте, да, как у нас уголки губ приподнимают ручки. Попробуем. Мы никуда не давим, никуда не съезжаем вместе с кожей. В то же время не улыбаемся слишком сильно, не улыбаемся в сторону глаз, улыбаемся в сторону кончиков ушей. Иначе, угу, есть разница, да, то есть область вокруг глаз может не двигаться при улыбке. Зафиксируйтесь в небольшом тонусе, то есть легкая улыбка, и начинайте улыбаться чуть сильнее, и расслабляться, чуть сильнее, и расслабляться, но расслабляться не полностью, а уходя в эту самую легкую улыбку. 20 раз. И не торопитесь, старайтесь зафиксироваться на долю секунды где-то наверху.
Вдох, с выдохом лошадка, лошадка обязательно в улыбке. И мы держим ручки вот так вот тыльной стороной пальчиков для того, чтобы отдавать вибрацию обратно, и при этом немножечко приподнимаем ткани. Такое упражнение, кстати, очень хорошо подходит людям, у которых изменен паттерн улыбки, и они улыбаются примерно вот так. То есть есть такие люди, да, которые... Это еще очень часто передает некое стеснение. Человек боится улыбаться и начинает в момент пиковой улыбки тянуть уголки губ вниз. Вот таким вот образом. Вот, для таких людей тоже это очень полезно, но я хочу сказать, что, конечно, в этом случае, когда уже... Как-то так. Здесь нужно заниматься снятием спазмов. И если вы хотите подходить к работе с лицом грамотно и комплексно, тогда welcome ко мне в конструктор красоты. Ссылка вот здесь ниже, там мы работаем с телом, с лицом, с шеей, закрываю все ваши потребности абсолютно. И вы выходите из конструктора просто здоровым человеком, а то и не выходите, потому что это именно абонементная система, можете заниматься сколько угодно. Вот. Спасибо за ваше внимание. Если данное упражнение вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. С вами была ваша Орлова Даша. Спасибо, пока.